Так, коллеги, добрый день. Давно мы так таким большим составом не собирались. Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, так мягко скажем, непростой. И я бы хотел в первую очередь всех поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения и в непростых условиях, которые мы с вами проходили и прошли, надо дать должное. Вот. И, безусловно, этот год будет не проще, а может даже и сложнее. На фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике, но все равно нам надо двигаться вперед. И одна из основных задач все-таки – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора там, на сторонних инвесторов, но в первую очередь надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим собственным людям, чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах – промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, там, в социальной сфере, неважно. Малый бизнес, среднее предпринимательство. В общем, надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Это вот такая основная наша задача. Помимо этого, безусловно, это вопросы, которые у нас уже накопившиеся, вопросы в экологической сфере, с учетом нашей особенности, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал, но и вопросы, которые уже актуальны. Это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, в районах. Это вопрос, который уже стал, набил оскомину. Это чистый воздух и фенольное озеро, про которое многие годы говорим, но в конце концов его надо решить. Безусловно, это вопросы лесопользования. У нас вопросы восстановления леса, сохранение леса должны быть приоритетными. И все, весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. На что нужно сделать акцент? Вот, как раз по экологической, по теме природопользования. Помимо этого, вопросы социальные. Да, это поддержка детей, семей с детьми. Это поддержка наших там, ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях там, носит, имеет особое значение и требует особого внимания, что тоже требует такого ежедневной работы и напряженного приложения усилий. Образование, здравоохранение. Ну, здесь на фоне ковида, на фоне текущей ситуации особое внимание. Ну, про здравоохранение можно даже не говорить отдельно, и так всем понятно. Но это требует тоже такой слаженной и очень напряженной работы. Все, что мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим. И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строиться с учетом новых современных методов, цифровых методов, в условиях максимальной доступности для людей, чтобы всем было понятно, доступно, открыто все, что мы делаем, и все наши действия должны быть для людей понятны и доступны. И усиление именно цифровой работы, внедрение новых методов тоже тот акцент, который надо будет делать в текущем году. В общем, уважаемые коллеги, задач много, непростые. И, безусловно, требуются определенные наши структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал указ об отставке правительства. Поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел еще, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Алдар Цалинджапович подскажет по времени, когда и кому подойти. Поэтому в ближайшее время с вами со всеми переговорю.
и уже в новом формате, в новом структуре правительства будем двигаться дальше. Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которые мы с вами добились, и за то, что, к чему мы еще будем идти и с чем нам еще с вами совместно работать. Спасибо. Прошу всех продолжать исполнять свои обязанности. Спасибо.